Крупная авария с участием сразу трех грузовиков произошла этим утром на Московской кольцевой автодороге. Примерно в половине седьмого утра столкнулись два больших груза, а спустя некоторое время в них на скорости влетел еще один. От удара одна из машин буквально разлетелась на части, а чтобы очистить дорогу, пришлось вызывать тяжелую технику. Из-за этого движение на внутренней стороне автомагистрали было ограничено сразу по нескольким полосам. Есть информация о как минимум одном погибшем, он получил тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, скончался.